пожалуйста, нам историю этого памятника, которую вы наблюдали в свое время. Значит, история это в 1964 году памятник был поставлен сюда, на это вот место. Он простоял 52 года. Вот по 16-й год, 52 года простоял памятник на месте. Вот каким только путем поднимали, я не помню, что в такую тяжелейшую фигуру поставить так вверх, соорудить такое сооружение. Но тем не менее он вписывался тогда в историю нашего Днепрогресса, как памятник, в историю Днепрогресса. И также рукой Владимир Ильич показывает на запад. Но мы говорим, по всей видимости, все-таки он хотел дружить с Западом, он рукой показывает на запад, он так не стоял. И на Днепрогресс. Ну, он не на Днепрогресс пока, он на Днепрогресс, вот он, а рука повернута у него туда, западнее еще Днепрогресса. Ну, символ есть. Ну, честно говоря, конечно, молодежь ни хрена не помнит ничего, что касается вождей Ленина, там, Сталина. Тут он, бабушки поприходили в защиту Ленина. Я не против Ленина, но и защищать не собираюсь его. Батька убило в 43-м. Во Львові, уже додому батько йшов в Польщу, бо батько в мене поляка, мама українка, з Вінницької області мама. І нас осталися, ми самі сімеро у мами. Я вам говорю, якщо б не комуністична партія і не Совєтський Союз, ми б погнили, ми б пропали. А ми всі вийшли в люди, ви знаєте, всіх заставили нас вчитися. Браття агрономи, я бухгалтер, сестра учительниця. От мені благодарити треба, але не зносити. А? Синок, я 75 лет, уже 76 год. Було погано, я би сказала, да, я зараз краще живу. Кролик прийшов. Ви знаєте, Україна стане демократією тоді, коли навчиться своїм умом жити. А ми знаємо, що умні уми давно покинули Україну. І тому ми приглашаємо із-за рубежа, щоб туркам ума вставлять, бо ви нікчемні і нікуди не годитесь. Сукашвілі. З Литви, а ще з Польщі пригласять. Умна страна. А чого ж, ви строїли батьки, діди, а ми прийшли показати, як ми ламаємо. Вас с хорошим днем сегодняшним, с утром. Я вас слышу так же. Только дайте людям пить пиво, это не адрес. Пиво. Это сейчас, смотрите. Любой к пиву. А как у вас кухня? Пейте сахар. Пиво пенное, будет морда какая? Ну какая-то. Отлично. Здоровенная. Вчера или сегодня исполнился год сноса памятника. Через 20 лет. Кому можно будет поставить памятник из ныне действующих товарищей? Господов. Не нужны президентам. Или мажора. Не ставьте никому памятники, живите сейчас и все. Скажите что-то хорошее для запорожцев. Чего-чего? Скажите хорошее запорожцам. Будьте свободными, ребятами, будьте собой и все. Ничего не слушайте, все, что было, так уже сказано. Вообще, просто будьте собой. Спасибо большое. Ура. Живите. Как они говорят, борода у вас сверху одеяло или снизу? Когда вы спите? Вместе. Под одеялом. Под одеялом. Здоровья, удачи, чтобы все было красиво. Всего доброго.
хочу. Пожелайте запорожцам. Благосостояние, хорошего здоровья, ну и мира. Спасибо. Стало лучше после того, как снесли памятники? Ничего. А будет когда-нибудь лучше? Это никому. Не, ну мы же здесь живем, и поэтому это все от нас зависит. Значит, будет. Так и говорите, что будет. Мы же на это надеемся. Кому можно поставить памятник через 20 лет? Наших руководителей. Таких нет. Скажите запорожцам хорошее. Хорошего дня. Спасибо большое. Фотографироваться 5 минут, можете подойти и только без глумления, без кощунства, без вандализма. Кто хочет себя сохранить вот памяти с этим? Товарищи. А подальше, если можно подальше? Это мой шеф, когда мы сделали. Прижиться дата переломная. Недавно я был у Львові, рідко буває. І мене запитали, а в чому ж різниця принципова між Львовом і Запоріжжям в плані, ну, скажімо так, політичного розвитку. Я сказав так, що у вас пам'ятник Леніна демонтували 25 років назад. Ми сьогодні вступаємо якраз в той етап, який ви прожили 25 років назад. Це переломний етап. Ми, відмовляємося цієї громади, не тільки частини, а громади всієї. Бо я не бачу тут плакальщиків за цими ідолами і не бачу тих, хто хоче віддати життя за те, щоб вони стояли. Тому, на мій погляд, це переломна дата, і ми будемо дивитись впевненіше на вперед і не глядатись, так сказати, назад. Дякую. Дякую. Год назад были памятники снесены. Да. Ой, не знаю, честно, очень жалею, что снесли, если с этим памятником вырос, на черта кому-то он мешал. Это лично мое мнение. Пожелайте запорожцам что-то хорошее. Ну что, жизнь, любви, терпение, главное здоровье. И имейте дома собак. Практически да, так. Не людей собак, а настоящих собак. Друзей собак. Друзей собак. Спасибо. Thank you.